Пепельную шляпу, гасконы, плащ. А почему ты мне эту шляпу предлагаешь одевать? У нее сопротивление отравлению 17. Нафига? Ты мне говоришь против отравления. Хотя тут разве нет никакого отравления пока. Все окей. В какую задницу я залезла, а? Мне бы до фонарика доплыть, а? 36 тысяч. Я их потеряю, это будет просто кранты. Ясно. По дороге к Йозефке. Слушайте, ребят, это, конечно, может тупо, но я бы сбегала, использовала бы свои отголоски крови. Нужно здесь в этой игре очень аккуратно играть. Если я потеряю 36 тысяч, это кранты. Как ты эффектно играешь, у меня только 22 уровень. Эффектно, а чё ты, ну, копишь отголоски крови и используешь их. В принципе, видишь, ну, как я играю, я вот сейчас хочу засейвить то, что я накопила, 36 тысяч. Для этого особо... Вот, не туда бы обратно залезть. То есть тут самое главное вовремя вернуться к фонарю. Враги здесь не особо сложные, так что я их очень быстро замочу еще раз. Фонарика не будет. И сейчас я вернусь обратно. Че вы? Вы думаете, я не могу вернуться обратно? Могу. Почему не могу-то? Сейчас найдем путь. Дойди до среза, потом пройдешь. Да я боюсь, непонятно что ли? Я боюсь очень сильно. Артём, привет! Спасибо на добром слове. Задротище. Ой. Сгусток крови. Это мне пригодится. Сгустки крови здесь вообще. Ну вот, я и вылезла обратно. А вы говорите. Иди дальше, иди дальше. 36 тысяч, а когда еще такое накоплю, блин? Стоп. А я думала, мне туда наверх. Ну, блин, поздно. А я, короче, заблудилась нахрен. Почти 200 тысяч раз профукал. Опа! Иди сюда, мелкая тварь! Ромбики трупов, ага. Так, ну мне не сюда получается. Лес такой немножко запутанный. Лично для меня. Тупик, привет. Так, ну что, получается сюда.
Или нет, что-то я вообще уже не могу сообразить. А как подскажете? Что? Давай подскажем. Кровавый колокол нужен? Для чего? Ой, смотрите, я здесь была. Но решила пораньше поиграть. Блин! Да вы чё? Чуть меня не выкинуло отсюда вон. Турик? Турик, лады. Фух. Не-не-не, все нормально, дошла. Турик. Но зато они больше не сработают или сработают. Че вы там про колокол писали? Зачем? Колокол, он же для кооператива нужен. Так, че желаешь? Давай-ка мы распределим немножко отголосков. 54-й у меня сейчас будет. Я качаю все, чтобы 21 было. Кстати, наверное, оружие надо починить. А, сработает еще раз? Фак. Я запомнила, где они. Дигнум, привет. Починить оружие. Так, что мне надо? А, два одинаковых. Ну ладно, прокачаю. Может попробовать уже другим оружием, вот таким подраться. А вот здесь у меня будет огнемет. Кровавый колокол для ПВП. О как. Вова, привет! Здравствуй. Не ожидала, что ты сегодня придешь. Я в запретном лесу, короче, играю уже. Сейчас опять все враги появятся. Блин, но зато я два уровня подняла. Я не спрашиваю про ПВП. Я вообще мультиплеером тут не особо интересуюсь. Ой. Когда, Вова, ты-то будешь играть? Уже сколько дней не играешь? Все заждались давно. Решила для разнообразия с другим оружием поиграть. Забыла, что оно одноручное. Ой, пули не лезут. Я вчера играл. Ой, я пропустила. А я что-то включала, не было. Может, у меня просто не отображалось, хрен его знает. Ну что, идем дальше. До Resident Evil еще не дошла. А что будет такое, да? Я буду плакать. Не надо меня кушать. Дайте мне мое любимое оружие. Оно все-таки у меня более прокачано. Я его обожаю.
Фух. Да пошли вы. Так, все, идем дальше. Потом Вова в личке спрошу про концовку. Вова прошел, что ли? Вов, ты прошел игру? Если я правильно вас поняла. Ну, вы даете. Быстро. Да, она у меня крутая. Ага, значит, здесь вниз. Я, короче, сейчас хочу все сверху обыскать. Мне казалось, что были еще пути какие-то. Вон, например, лут лежит. Тут ты меня бесишь. Чтоб тебя. Боевая мана. Прошел, молодец. Вообще круто. То есть тебе игра прям вообще понравилась, что ты даже в игру... Ну и чё, как у тебя по ощущениям длинная вообще игра? Меня вот продолжительность очень сильно волнует. Я хочу, чтобы игра была длинная. А что тут у нас внутри, внизу? Опа. Еще сгусток крови. Да платину. Вов, ты платину выбиваешь? Я убью тебя, сволочь. За 80 часов это 12 дней заняло. По ощущениям это офигенно. А максимальный левел-то какой? В смысле, ты хочешь его взять? 999? Жесть. Ну вы хардкорщики, ребята. Почему эти 699? Так, все, я иду. Ай-яй-яй, в меня кидаются. Фу. Черт! А-а-а! Что это было? Это бензин, что ли? Че вы пишете? Какой нафиг? 699. Может, 666 вообще? Почему такие разные? Ай, блин, убили. Пробеги их. Сейчас пробегу. Лут свой заберу и пробегу. Ой, жарко аж стало. Платин тут как... Как 10 в простой игре. Как 10 платин.